Хотел бы сказать, что правительства разных стран встречаются с абсолютно одинаковыми проблемами, которые так или иначе связаны с тем, каким образом планировать государственную стратегию для того, чтобы отвечать на современные вызовы. Астанинский экономический форум – это деловой форум, который обладает очень богатой историей. Форум, позволяющий Казахстану решать вопросы, связанные с глобальными вызовами. Все мы знаем, что Казахстан входит в число 50 наиболее развитых стран.